книжка-игрушка от компании Kikids. Игрушечка такая яркая, можно вешать на кроватку, на коляску. Вот эти вот ножки с узелочками можно перебирать. Также сзади у нее на липучечке есть книжечка. Вот. Про осьминожек, которые потеряли свою маму. У них с каждой страничкой шуршит. Такая маленькая развивающая книжка-игрушка. Также если потянуть за веревочку, то она будет растягиваться, и у нее в голове есть погремушка, и будет она собираться и тарахтеть. Такая вот чудесная игрушка. Такая вот игрушка от компании Kikids осьминожка.